Минулые выходные у Бресте-регионе выдались относно спокойными. В воскресенье нами был зафиксирован один только очаг, протестная активность, в частности, на территории города Бреста. За нарушение законодательства о проведении массовых мероприятий задержана одна женщина, в отношении которой в настоящее время проводится административный процесс. У свою чергу управление следственного комитета Беларуси по Брестской области протягивает работу по установлению и притягнению до отказности особ, которые порушили громадский порядок по часу дела у несанкционированных мероприемствах. По данным следствия, днем 13 сентября текущего года участники несанкционированного массового мероприятия, находясь в центре города, совершали групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок, препятствовали движению транспорта, работе предприятий и учреждений. Кроме того, была приостановлена работа объектов торговли. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. В отношении 10 обвиняемых уголовное дело выделено в отдельное производство и передано прокурору для направления в суд. Управление Следственного комитета по Брестской области призывает граждан не поддаваться призывам, размещаемых в деструктивных телеграм-каналах, поскольку действия каждого из участников или всех вместе на подобных мероприятиях могут иметь под собой признаки уголовно наказуемых деяний. У минулые выходные на дорогах в области отбылось два дорожно-транспортные здарения, у вынику яких два человека отримали травмы. Так, у Пинску 52-годовая мясцовая жыхарка за рулем автомобиля Volkswagen здійснила наезд на 59-годовую жанчыну, якая переходила дорогу по пешеходным переходе на зеленое светло. Водитель рухалася на дозволяющий сигнал светлофора, пешеход шпиталізаваны с травмами. Еще одно ДТЗ, якое отбылось с пятницы на субботу минулого тыдня у агрогородку Любань Луни Ненецкого района скончилась трагично. 52-летняя водитель автомобиля Volkswagen по предварительной информации совершила наезд на 44-летнего пешехода, который лежал на проезжей части. Через несколько часов пешеход скончался в больнице. Установлено, что на его куртке находилась светоотражающая полоса. На территории в области супрацовники МНС зарегистрировали 4 пожары, травмы отримали 2 человека. Так, у вынику пожару пошкоджено одение на господары одного из домов на улице Мичурина областного центра. Потерпели шпитализованы, майомость и сама побудова не пошкоджена. У городку Павіцці Кобринского района узгорание отбылося так само у одним жилых домов. Огнем поврежден пол на площади 1,5 квадратных метра. Закопчены стены и потолок в доме. При самостоятельном тушении пожара получил ожоги 46-летний хозяин дома. Пострадавший госпитализирован. Причина случившегося устанавливается. Протягиваются мероприемства по выявлению особов, которые размещают у сети интернет, образы и поклепы у относенных до супрацовников правоохранных органов. Сотрудниками управления по Брестской области ГУСБ МВД Республики Беларусь продолжается мероприятие по установлению лиц, которые в деструктивных телеграм-каналах размещают оскорбления и клевету в отношении сотрудников органов внутренних дел. Необходимо отметить, что только за последнюю неделю были установлены 3 таких лица. Для отримания правовой оценки материалы проверки передадены у следственный комитет.